Вчера мы прибыли в Волгоград, был семинар, выступили. Сегодня мы только-только утром проснулись, еще, видите, даже глаза не раскрыли. И вот нам хозяева приготовили... Кстати, футболку, носки. Носки, футболку, сказали, сейчас мы пойдем с лыжными палками, но без лыж. Решили нам сделать экзотику. Да, и вот утром сделали нам морковный сок. Валя, давай, ваше здоровье, наше здоровье. Я потом выпью. Это не морковный сок, еще там перец болгарский. А еще там болгарский перец, свежевыжатый только что, вот выжили. Очень такой интересный вкус. Ну, еще морковный сок я пила, но сок с болгарским перцем еще ни разу не пила. Очень классно, вкусно, такой немножко сладковатый напиток. Главное, полезный. Да, вот мы сейчас готовимся выходить. Поэтому с вами прощаемся, но ненадолго.